Там машинка стоит. Так. Здесь вот бывшая какая-то кладка кирпичная. Здесь был пионерский лагерь когда-то. Вот такой вот лес красивый. Проехал дяденька на велике недавно здесь. Вот этот лес березки, лагерь назывался. Ножки можно ее снять. Ну, снять не получится, мне здесь неудобно снимать. Ну, хотя бы так. Не удивился. Многие грибники любят сниматься, а он не хочет. Ну, ладно, симпатичный мужчина, но не хочет. Стеснительный какой-то, блин. Ну, вот такой гриб я нашла. Сейчас посмотрим. И он удивляется, что грибы еще есть. А как же, говорю. Ах, как жаль, ах, как жаль, ах, как жаль, что это не петушок зелененький, а всего лишь путинник. Максим Королёв сказал бы, я бы его съел. Ну, а я не буду, хотя он очень милый, очень симпатичный. Ладно, пусть живет дальше. Из него много еще таких грибочков получится. А, папа. Хоть вы и ложные, мышатовые, ложные рядовки серые. Хоть вы даже и с мысиком. А это не тигровая рядовка, я никогда тигровых не видела. Хотя в книжке у меня есть, я ее знаю, она чешуйками какими-то такими. Вот похоже, но не знаю, зачем ей мысик тут. Ну-ка, надо разобраться, что это такое. Посмотрим. А это заостренная рядовка точно. Серая мышиная заостренная рядовка, которую мы ели. Когда-то в молодости точно ели с тетей Марусей вместе взятые грибы с рядовками. Вот эти. И мы их ели. Ставлю обратно. Ну вот как его еще снять? Вот так вот снимаю. Симпатичный. Ну ладно, не буду есть. Что, я голодная, что ли? А может и голодная. Мы уехали на вокзал. Приехали в лес. Но у нас тут что-то должно быть типа чая. Не более того. Пришли как двое грибников. Только что из гнезда приехали. Ну а там петушков нет. Там же я побывала. А они теперь там ходят. Ну вот, я тут смотрю, что-то издали желтеет. Думаю, дай посмотреть, что такое желтое издали. А это же клад. Это золото. Это золотые грибы. Дрожжалка. Это супер грибы. И мы ее сегодня с Катей со своей живьем съедим. А Саша не ест. Он вообще-то побоится. Все грибы он ест. А такие он боится сырыми есть. Ну что ж, нам лучше. Вот какая милая, хорошая, красивая дрожжалочка. Забираю вся, большая и спелая. Каждая женщина, она знает грибы. Вот этот она сразу говорит, что это вот плохие грибы. Такие, говорит, она не берет. Она разбирается в рядовках. А это мыльная рядовка. Сразу видно. Их здесь много очень. Они очень милые и красивые. А я нашла вешенки, только никому не скажу. Сейчас вернусь. Видите? Что я вам скажу, какие это? Это мыльная рядовка. Мы такие это не берем. Мыльные, правильно, не надо брать. Они несъедобные. Вот так. Вот. Ой, сколько их здесь много, они подделка, да? Да, да, да. Да. Они подделка. О. Я вот а где вы в гнездове живете? В домах. А, в домах? Понятно. А мы жили на Керамке, а сестры мои живут там на поселке тоже. Ну, понятно. Ну, ладно, счастливо вам. И вам счастливенько. Уезжает. На этом мы заканчиваем. Всем пока-пока и до встречи.